конце прошлой недели в Славутиче проходил открытый чемпионат города по футзалу среди юношей 2010-2011 годов рождения. В турнире приняло участие 12 команд, 5 из Киева, 3 из Чернигова, а также юные футзалисты из Сновска, Славутича, Конотопа и Речицы из Беларуси. Интересно, что призеров можно было назвать уже после игр в группах. ДЮСШ «Конотоп» забили 14 мячей и победили в группе «Б». Команда «Восход» из Киева забила еще больше, 20 мячей в трех играх. А вот абсолютным рекордсменом 25 мячей стала юность из Чернигова. Славутяне в своей группе заняли только второе место, и поэтому сражались, увы, не за призы, а за. Я думаю, что мы, в принципе, сыграли неплохо. На уровне. Да, на уровне. И теми проблемами, которые у нас есть по составу, по людям, ну, это довольно неплохо. На первое, на призовое место мы, в принципе, не рассчитывали. Еще нам рано, мы как бы только начинаем работать, и чтобы конкурировать с такими командами, здесь все приехали очень хорошие команды. Слабых команд мы не было на турнире. В финальном матче встретились команды из Конотопа и «Восход Киев». Матч прошел в упорной борьбе. В первом тайме счет так и не был открыт. И только во втором тайме, когда зрители уже поговаривали о возможных пенальти, у киевлян получилось довести до конца две атаки. И хотя активные болельщики ДЮСШ из Конотопа поддерживали своих футзалистов, но матч так и закончился 2-0 в пользу киевлян. На торжественном закрытии турнира выступили почетные гости. На протязі трьох днів ми показали свою майстерність, показали свою командну згуртованість, здобули друзів нових. Хочеться побажати, щоб ви в наступному році теж показали свою майстерність. І хочу поблагодарити всіх спонсорів, точніше, людей, які допомагали нам в этом мероприятии. И Федерация футбола Минска Славутича, и также спорткомитет, спортивную школу. А затем заслуженные награды получили юные футболисты. Вначале лучшие игроки в каждой команде. А затем медали получили призеры. Третье место у команды «Юность Чернигов». На втором месте ДЮСШ, город Конотоп. Победили киевляне «Восход».
Да, конечно, можно позавидовать такой мощной поддержке команды «Восход». Откровенно говоря, у хозяев турнира такой поддержки не было. А в финале общее фото на память о турнире.